Ну что же, всем привет, с вами я, Никита Стар. Я в данный момент нахожусь в Крыму, в городе Севастополь. На этом месте был старый древнегреческий город, сюда приплыли греки с морем. Давайте же я буду вам показывать все поподробнее. Здесь вот раньше была засолка рыбы. Посмотрите, насколько там глубоко. Было несколько. Там вот, видим, было здание. Он с колоннами. Давайте вам покажу. Его нарко. И вот тут вот во всем этом месте был город. А также вон храм Святого Владимира. Но это уже было не в старые времена, а уже в наше время. То есть, не до нашей эры, а в наше. Город был очень разрушен, как видим. Все, что от него осталось, это вот маленькие стеночки. Тут было очень-очень много домиков. Как можем видеть, домики были разные. Тут, наверное, не знаю, что было. Может, колодец какой-то по полукругу. Вот черное море. А тут вот снизу валяются также остатки. Остатки всего этого разрушения. Давайте посмотрим, что же там есть. Видим большие такие две кирпичные колонны, да. И вот тут еще сзади. Ну что ж, давайте посмотрим, что там у нас. А здесь вот, посмотрите, какой колокол. Очень наш большой. Здесь вы можете почитать, что хотите. Самое главное, если дотронуться до этот колокол и загадать желание, то оно сбудется. Продолжаем наш город. Вон они, другие остатки. Вот продолжение города. Ну и вот, все самое красивое я вам показал. Так что, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Никита Стар. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а также не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Извините, что так у меня долго не было на канале, и эти у меня были проблемы. Ну, я постараюсь теперь выкладывать видео почаще, так что всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!